Кто на свете всех милее? В Ногинском районе возродили старую традицию. Финал районного конкурса «Краса Богородского края» состоялся в Мамонтовском доме культуры. Настоящая красавица поражает сердца не только внешностью, но и энергетикой. Именно поэтому специальные конкурсы включают не только дефиле, но и творческий этап, а также проверку знаний. 8 юных жительниц Ногинского муниципального района претендовали на звание «Красы Богородского края». Девушки рассказали о себе, увлечениях и жизненных целях, хобби и приоритетах. Путешествия, хореография, гражданская безопасность, фотографии, эстетическая гимнастика. Круг интересов красавиц не ограничивается модой и косметикой. Каждая из них получила задание на знание истории Богородского края, и все конкурсантки уверенно справились с ним. Девушки поделились интересными фактами о глуховской мануфактуре, Морозовых, знаменитых артистах и художниках. Вечерние платья, улыбки и аплодисменты. Неповторимая атмосфера праздника. Жюри было непросто определить победительницу. Красой Богородского края признана Нина Маслова. На втором месте Полина Гончарова. Лауреаты Виктория Пиянзина, Софья Кострикина, Гаинея Гаджанян, Светлана Карнаухова, Софья Жаркова, Валентина Коваль. Поблагодарили конкурсанток за участие депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев и начальник управления культуры администрации Ногинского муниципального района Елена Дмитраченко. Надеемся, что конкурс станет ежегодным. Надежда Захарчук, Александр Козлов, информационный выпуск ТВН.